Как сообщают корреспонденты ТБН Америка, каждый пятый мусульманин знает, что мусульманское сообщество США оказывает поддержку экстремизму. К такому выводу привело исследование, прирученное к 10-й годовщине теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Кроме этого, исследование показало, что мусульмане США в целом более удовлетворены политикой государства по сравнению с другими социальными группами населения. 21% опрошенных мусульман показали, что они хорошо осведомлены о тесных связях исламских сообществ в их районах с экстремистами. 19% респондентов заявили, что не согласны с такой постановкой вопроса. Большинство же согласились на то, что теракты с участием смертников и иные формы насилия против мирных граждан не могут быть оправданы.